Укрепляем дружбу, бьем рекорды. 26 и 27 мая делегация Щелковского района приняла участие в спортивных мероприятиях в немецком городе побратиме Хемер. Спортивные мероприятия на скорость и выносливость проходили в парке Зауэрланд, расположенного на севере одноименного горного массива. Первая гонка заключалась в подъеме 341 ступени к смотровой башне Юберг и далее по 125 ступеням внутрь самой башни. Инструктор-методист спортивной школы Щелковского района Павел Павлов показал отличный результат, но когда финишировал, вовремя не убрал ногу, на которой стоял датчик. И таким образом стал третьим в гонке среди мужчин. Разница результатов между первым и третьим местом составила всего 2 секунды. Тренер спортивной школы Ольга Тарантинова была заряжена на успехи по полной. Ольга сумела подняться на заданную высоту за 3 минуты и 2 секунды, оторвавшись от своей ближайшей преследовательницы на 24 секунды. Вторая гонка заключалась в прохождении трассы, длина круга которой составляла 3,4 километра с различными захватывающими препятствиями. К сожалению, Павел не смог продолжить гонку из-за полученной травмы, а Ольга отбежала за двоих и установила рекорд трассы. По итогам всех соревнований на счету щелковских спортсменов бронза, 2 золота и рекорд соревнований.